Любовь. После нее, после дикой, ну, вы понимаете? Образуется высадка гормона из мужского пола. И вот этот самый гормон попадает в тело женского пола и образует клетку. В теле женщины, даже молодой, миллион клеток детей. Даже за всю жизнь она не сможет родить весь миллион. Клетка эта пробуждается, чтобы расти. Поэтому так и получается. Какие мне девочки нравятся? Ну, милая, во всяком случае, приветливая и, самое главное, хитрая.